только выйдем квартиры. Точного адреса мы не знаем, конечно, да. Жукова. Получается, он смотрит в окно, показывает, и перед ним стоит белый дом. Хочу посмотреть в окно, получается, перед ним стоит дом, белый дом. Выехали с супругой в банк, ребенок оставался дома отдыхать, случилась трагедия, произошел пожар, электрозамыкание. Нас вызвали, мы приехали и обнаружили, что ребенок был дома один, его спасли пожарники, от чего моя искренняя им благодарность. Поблагодарить сотрудников противопожарной безопасности, а именно Токина Балхата, за спасение моего сына. Он непосредственно зашел в квартиру и вынес моего ребенка, да и всех пожарников. Просто спасибо вам большое и спасибо этой службе за то, что вы есть.